По мнению руководства, совместные мероприятия и живое неформальное общение курсантов и сотрудников МВД с ребятами уже приносят свои плоды. Школьники становятся серьезнее и ответственнее за свои поступки. И ведь для нас важно, чтобы вот этот простой ребенок, который здесь в детском доме, независимо сколько ему лет, там 5, 6, 15, 18, чтобы он не пропал для общества, чтобы в дальнейшем из него получился нормальный гражданин, нормальный человек. Чтобы вот мы лучше будем заниматься с ними здесь, органами внутренних дел, здесь с ними занимать эти различные мероприятия, воспитательные, культурные, спортивные, чем мы будем потом заниматься непосредственно той задачей, для чего созданы органы внутренних дел, органы правоохранительной системы. Сотрудники полиции признаются, после таких встреч многие воспитанники изъявляют желание связать свою жизнь именно с правоохранительными органами. Тем более у них перед глазами есть положительные примеры. Очень рад, что сегодня проходит такой праздник, и было огромное желание принять в нем участие, увидеть своих старых учителей, воспитателей также. Поэтому очень приятно, что такие моменты в этой жизни присутствуют, что уделяется внимание школам-интернатам. По окончанию игры всех участников ожидала полевая кухня. Ребята признаются, эта каша вкуснее любых сладостей.